Всем привет, дорогие друзья! Это программа «Глянец», программа о моде, красоте и стиле. С нами вы всегда будете в курсе последних тенденций в сфере красоты. А сегодня в программе у нас очень интересное интервью с тренером по стретчингу Аидой Улубиевной. Также интервью с фэшн-стилистом Катериной Фэшн. Вас ждет много интересных новинок из мира моды. И, конечно же, ваша любимая рубрика, в которой мы выясняем, на какую сумму, в какую одежду, какие бренды одеваются наши махачкалинки. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. Дорогие друзья, в этот прекрасный солнечный летний денечек мы сейчас сидим с замечательным собеседником, с которым я вас сейчас познакомлю на летней площадке веранде кафе «Паскучи». А гостья у нас сегодня Аида Абдурахманова. Ее все знают по Инстаграму как Аида Улубиевна, а знают ее как тренера, преподавателя по стретчингу и просто очень творческого человека. А в каких ипостасях, мы поговорим об этом позже. Аидочка, здравствуй. Здравствуйте. Нам очень интересно узнать все о растяжке, о том, кто ты есть, чем ты занимаешься. Я знаю, что ты еще очень хорошо рисуешь, у тебя есть студия художественная своя. Давай начнем говорить сначала о растяжке. Мой самый любимый вопрос. Занимаясь растяжкой, можно похудеть? Конечно, можно похудеть, если следить за питанием, так как в первую очередь вес зависит от питания. Поэтому каким бы видом спорта вы ни занимались, если вы не следите за питанием, вы в любом случае не похудеете. Также и занимаясь растяжкой, фитнесом, можно похудеть, если вы параллельно подключите питание. То есть если не будете кушать после тренировки, считать калории, следить за БЖУ и так далее. Вот по дороге сейчас на интервью к тебе я ехала в машине и смотрела прямой эфир с одним из тренеров Махачкалы, с прекрасной девушкой-тренером. Ей поступил вопрос: я худею-худею и никак не похудею. Бывает такое, что ты худеешь-худеешь и никак не похудеешь? Или все-таки ей кажется, что она мало ест, а на самом деле это не так? Ну, тут несколько факторов. В первую очередь, когда именно вот кажется, я очень часто сталкиваюсь с такими девочками, они говорят, я ничего не ем, а по итогу оказывается, что еще как едят, и вообще неправильный расчет калорий, то есть они превышают суточную норму, едят, возможно, какие-то слишком калорийные моменты. Также есть такой фактор, когда, возможно, проблемы со здоровьем, то есть там, допустим, холестерин и так далее. Поэтому если вы понимаете, что вы все правильно делаете, но ваш вес никуда не двигается, советую проверить, сдать на витамины, может быть, проверить полностью свой организм. И также вот я очень люблю говорить о психологическом факторе, очень важно. Бывает такое, что люди не могут сбросить, либо похудеть на почве стресса, на почве своих каких-то психологических именно блоков, то есть они себя ограничивают в этом. Кстати, недавно говорила с одним психологом, и она сказала, каждая проработанная травма минус 3 килограмма. Ты согласна с таким утверждением? Да, я согласна, потому что в течение жизни у нас вот даже с детского возраста каждый год какие-то травмы психологические. Говорят, что даже еще начиная с утроб, уже какие-то травмы формируются. Поэтому, проработав их, конечно же, легче будет вообще, в общем-то, двигаться по жизни. Можно, конечно, прорабатывать каждую травму по отдельности, как, в принципе, по классике и работают. Также сейчас очень популярно, когда ты, в общем, отпускаешь все прошлое. Я вот больше придерживаюсь этому, потому что прорабатывать каждую травму, я считаю, это можно просто бесконечно всю жизнь на это убить. И они ведь каждый раз новые и новые будут приходить. Поэтому легче осознать, в общем, отпустить и двигаться, конечно, вперед, как бы полностью. Давай, возвращаясь к теме растяжки. Растяжка у всех ассоциируется просто со шпагатом. Что вообще включает в себя растяжка? Растяжка, конечно, включает в себя шпагат, но это упражнения, которые направлены именно на растяжку наших мышц, то есть это шпагаты, это мостики, но не нужно забывать о такой части, как для здоровья. То есть у нас мышцы, они бывают забиты, зажаты вообще в течение жизни. Также у девочек, которые занимаются силовыми тренировками и забывают про растяжку, бывает такое, что вот элементарно даже какой-то наклон, он тяжело дается, и ведь с возрастом это все ухудшается.
решается, то есть потом начинаются проблемы за проблемой, с которой, ну, уже достаточно будет сложно работать. Поэтому растяжка очень важна, и стоит уделять ей хоть какое-то время тренировок. Аида, тебе 25 лет, и очень интересно, ты рассказывала, что на самом деле в школе ты не любила предмет физкультуры, избегала его как могла. Как человек, который не любит физкультуру, мог стать тренером по стретчингу? Да, физкультура на самом деле была моим нелюбимым предметом. Я просто ненавидела играть в волейбол, бегать кросс, максимально старалась избегать. Но вот именно когда я поступила в университет, начались у меня небольшие проблемы с весом, хотелось привести свою фигуру в норму. Вот, и я начала уже... Тогда я осознала, что мне это необходимо, начала заниматься. Вначале через силу себя буквально заставляла, то есть это не приносило практически никакого результата. Вот, после я начала пробовать разное, то есть это были походы в зал, это был фитнес, мне кажется, я перепробовала все. И в какой-то определенный момент я пришла к йоге, у меня как раз-таки подруга была тренером по йоге, и я начала заниматься йогой активно. Вот меня впечатлили эти тренировки. Тогда вытекает такой вопрос: чем отличается йога, пилатес от растяжки? А вообще, что пилатес, что стретчинг, они как бы произошли из йоги. То есть йога – это такая, можно сказать, классика, фундамент всего. То есть все эти упражнения, они так или иначе выходят из йоги. Там очень большой спектр, разные направления. Вот, просто взяли какие-то, выделили, так сказать, комплекс, допустим, что касается стретчинга, какие-то упражнения, направленные на растяжку. Ведь йога – это не только растяжка, то есть там и силовые упражнения, там очень много асан различных, направленных на все. Вот здесь как бы ограничили, выделили, и получается пошло новое направление, в дальнейшем оно стало развиваться, дополняться и так далее. Вот. А так вообще направления, они все очень близкие друг к другу, очень похожи. А как девочки вообще приходят на растяжку? Вот к тебе как приходят клиентки? Они друг другу говорят по сарафанному радио или по Инстаграму, увидев твою страничку? Вот что должно побудить меня? Я занималась боксом, но что-то меня не зацепило. Я хожу в тренажерный зал, но не могу, лень и все. Что должно привести девушку на растяжку и чтобы она там осталась? Ну, в большинстве это, конечно, желание «хочу сесть на шпагат» в основном, в первую очередь. Вторую – это девочки, у которых, особенно с возрастом, какие-то боли в спине, хондроз, шея. То есть они ходят, начинают ходить. После очень приятно слышать, когда говорят, что чувствуют себя намного лучше, высыпаются, чувствуют себя комфортнее вообще. Осанка меняется? Да, ты осанка начинаешь меняется, как-то по-другому конечно, ходить? Конечно, да. Намного легче держать спину. И вообще присутствует такая легкость тела, когда вы вот там определенный период времени позанимались, потом прерываете тренировки, и вы уже без этой легкости не можете. То есть... А бывает такое, что ты ходишь на растяжку и перестаешь хотеть много есть, 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 точнее, жрать просто? Нет, думаю, нет, тренировки на это вряд ли повлияют. Это все-таки больше именно психология, как-то наша привычка. Так в том-то и дело, начинаешь ходить на растяжку, ты чувствуешь легкость, может, тебе потом не захочется вечером забить свой желудок? Мне кажется, что очень даже могло бы помочь. Может быть, честно сказать, особо не задумывалась на этот счет. Надо будет пораспрашивать. Хорошо. А за сколько можно сесть на шпагат? За какое время? Это такой индивидуальный вопрос. То есть там влияет, во-первых, качество тренировок, то есть как качественно вы их выполняете. Второе – физиология, то есть и регулярность. Допустим, от природы есть девочки, которые они достаточно гибкие, им легко это все дается. Не может любая девушка, которая захотела за месяц сесть на шпагат, за месяц прям усилий и труда? А сесть на шпагат может каждая девочка, но не каждой позволено сесть, ну не каждая может сесть за месяц. Так как, допустим, я против какого-то жесткого подхода, когда грубо сажают, потому что, особенно если говорить о взрослых людях, большая вероятность получить какие-то травмы, те же разболтанные суставы и так далее, а потом лечиться, разбираться с этим. Я всегда в первую очередь за здоровье, и я считаю, спорт – это про здоровье в первую очередь. Вот. Давай, интересно спросить, какой видит Аида себя через 10 лет? Вот Аиде 35. Кто ты и чем ты занимаешься?
Ну, сложновато, честно сказать. Я больше человек, который люблю жить именно моментом, вот здесь и сейчас, не загадывать. Но чего бы тебе хотелось? Мне бы хотелось, конечно же, продолжить заниматься спортом, выйти на какой-то более высокий уровень, это скорее онлайн, то есть не только на Дагестан, но и на Россию, запустить онлайн-курсы, вот я потихоньку сейчас иду к этому. А также, что касается художественной сферы, больше, опять-таки, развиваться в ней. Мне хочется, чтобы у нас было больше осознанных, творческих людей, людей, которые осознанно подходят ко всему, в принципе, жизни и в духовной сфере развиваются, и в физической. Я считаю, это нужно совмещать, нельзя отрывать одно от другого. Кроме стретчинга, ты увлекаешься еще и живописью, у тебя есть художественная студия. Как можно совмещать две, казалось бы, такие разные специальности? Да, я художник-живописец вообще по образованию, также обучаю, у меня есть художественная студия. Но я бы не сказала, что разные, я вот как раз-таки говорила, что я вообще считаю, что очень важно как духовно развиваться, так и физически. То есть все время и наше тело, чтобы развивалось, совершенствовалось, так и наш разум. То есть постоянно я очень люблю какие-то курсы новые проходить сама, вот я помешана на этих онлайн-курсах. Дополнительно приобретать какие-то знания. Притом, то сейчас такой, казалось бы, спектр огромный. Можно развиваться и развиваться. Mm-hmm. И я вот за. Я считаю, человек не должен никогда останавливаться. Как мы живем, пока учимся. Аидочка, и напоследок скажи, пожалуйста, какой у тебя девиз по жизни? Скорее лучше сделать... чем не делать и пожалеть, как правильно запуталась. Лучше сделать и пожалеть об этом, да, чем да. пожалеть о том, что ты да, этого не сделал. Что я всегда говорю себе, лучше попробую, пусть даже не получится, но, по крайней мере, я могу себе сказать, что да, я попробовала, да, я это сделала, чем я буду все время сидеть и думать, блин, а как бы было бы, если бы я сделала бы то или иное действие. Mm-hmm. Вот. То есть, кто не рискует, тот не пьет шампанское, да, это да, про да. тебя? Это про меня. И немножко интересно заглянуть в твою личную жизнь, но как истинная дагестанка я не могу этого не сделать. У тебя есть на странице что-то про личное? Нет, у меня пока нет молодого человека, жениха, мужа, поэтому, в принципе, даже если и было бы, я бы, наверное, это особо и не афишировала. Ну, хотя и скрывать тоже смысла не вижу, вот. Пока не знаю, опять-таки, как буду себя вести. Поживем, увидим, да, встретимся через год. И я надеюсь, у тебя будут большие перемены в личной жизни. И я тебе желаю от всей души, чтобы ты развивалась и как в карьере, чтобы, в общем, чтобы у тебя на душе всегда было хорошо, тепло, уютно и спокойно. Спасибо тебе за то, что ты согласилась нам дать интервью. Спасибо большое вам тоже. Мне было очень приятно с вами познакомиться и вообще поучаствовать, поделиться своими мыслями. Ты будешь говорить всем своим друзьям, смотрите «Глянец» каждую субботу на канале РГВК «Дагестан». Теперь точно буду. А с вами, дорогие телезрители, мы встретимся в следующей очень интересной и вами всеми любимой, кстати, рубрике, где мы выясняем, кто и на какую сумму одет. А сейчас настало время самой любимой и некоторыми нелюбимой, кстати, рубрики, в которой мы выясняем, на какую сумму, в каких магазинах, в какие бренды, а может быть не бренды, может быть это эконом, что, кстати, я вполне приветствую, одеваются наши махачкалинки. И сейчас мы будем пытать эту прекрасную девушку Кристину, выяснять, где она одевается, в чем... в какие бренды и что делает у нее в руках этот прекрасный яркий пистолет. Кристин, привет. Здравствуйте. Давай мы будем выяснять, во что ты одета, почему ты так одета. У тебя очень крутые ботиночки с желтыми шнурками. Откуда они, это, сестра? Это, конечно же, все Пассаж, Меркурий, Восточный рынок. Ты одеваешься в лучших продуктовых магазинах этого города. Да, все поняли, что у меня далеко за 30 раз я называю такие локации. И обязательно на Восточном, ни в коем случае не на Ирчи Казака, ни на картонке мерить, правда? И не на вокзал. Ни в коем случае. И не вот этот вот 30.
наугад, да, вот понимаешь, да, там, где подешевле, да, нет, да, это все не лучше оно. Я куплю ту же самую вещь в 10 раз дороже. Конечно. И пусть меня желательно, чтобы все родственники и однокурсники увидели на Восточном. Конечно, я, и вы знаете, я регулярно хожу на Восточный. Вот, вот эти вот первые, вот Атриум, это все я. Все одеваю там. А ну сегодня так. Вот ты шла и прям, знаешь, крутостью пахло, поэтому я подошла к тебе. Откуда у тебя очки? Очки у меня из магазина «Эль Бутик». Он находится на Яракского. Это магазин моей подруги. Она тебе их подарила? Она мне их подарила, да. Замечательно. А кардиган? А, кардиган – это Остин. Остин. Цену помнишь? Нет, к сожалению, не помню. Это было давно. Футболочка базовая, черная. Я люблю белые, черные футболки. Ну, она не совсем черная, не совсем базовая. Она вот, скорее всего, вот... А, все. Парит на ней что-то есть. Очень прикольная, крутая футболка. Вот сколько она стала базовой, я делаю ее задом наперед. А, задом наперед. Да. Я так делаю, когда веду новости, маленький лайфхак. В какую цену футболка? Что-то в районе 700 рублей, что-то, скорее всего, да, в районе 700 рублей. Джинсы какая цена? Джинсы – это Тиранова. В Тиранова была акция, я что-то купила по распродаже. А колени сама ободрала? Нет, нет, это такая модель была. А, то есть там еще не только колено ободрано? Да. Никто тебя не достает на улицах сейчас нашего города? Сейчас уже нет, сейчас нет. Раньше, конечно, когда это было в новинку, говорили что-то по типу: девушка, у вас порвались штаны, вас собаки покусали. Может, или дать что-то. Вам денег на... Да, но, как правило, когда говорю «дать», почему-то никто не дает. Так, откуда такие ботиночки и шнурки желтые? Ботиночки откуда? Это ботинки H&M. А вот шнурки, я даже не знаю откуда, они просто дома появились, желтые шнурки. А, то есть они, ты их сама туда, да, присобачила? Да, я их туда приспособила. Вот. Отлично. В какую цену они? Я не знаю, полторы, по-моему, я не помню, сколько стоит. Носочки, 50 рублей. Ты что? Эконом. Нет. Почему, сестра? Это не эконом, зачем ты меня так обижаешь? Носки 100 рублей. Давай, хорошо, в два раза дороже, я ошиблась. Давай возьмем в общем, на какую сумму ты сейчас одета? А, так, ну, в районе 5, наверное, ну не больше. Как ты считаешь, можно ли одеться в районе 5-10 тысяч, и вот стоит рядом девушка, она одета на 100 тысяч. Ты сразу почувствуешь разницу? Вот тут пахнет дороговизной, знаешь, там, шиком, а это простота и несчастье, и нищая жизнь. Ты знаешь, тут вопрос в первую очередь, я немножко отклонюсь, в первую очередь вопрос бюджета. У нас как бы принято вот... одеваться, все делать выше, чем человек зарабатывает. Я считаю, вопрос бюджета, то есть каждый человек должен одеваться на ту сумму, которая ему доступна. Сейчас, благо, у нас масс-маркет, он дает, вот, собственно говоря, я вся в масс-маркете, и он дает потрясающие продукты, которые по стилю не хуже, чем брендовые марки. Но я, в общем-то, не разбираюсь в дорогих брендах, в дешевых, я просто могу оценить, мне нравится, как человек одет, и мне не нравится, как человек одет. Да. Если говорить о Галимом Ширпатри, да, конечно, его видно, вот это вот какая-то синтетика, некачество. Но в основном, я думаю, все-таки стиль создает именно модель, фасон. Ну и, конечно, плюс сочетание качества. Есть качество повыше, пониже, но я думаю, что, в общем-то, я выгляжу классно. Я тебе скажу 100%, что ты выглядишь классно, а как ведущая... программы «Глянец», программы о моде, красоте и стиле, могу уверенно тебе сказать, никакой разницы, вот тем более сейчас, в век масс-маркета, нет между девушкой, одетой на 100-200 тысяч, миллион, и между девушкой, одетой на 5-10 тысяч. Нет, ну подожди, разница есть. У той девушки есть 100 тысяч миллионов. Я рада, что мы наткнулись именно на тебя. Откуда у тебя был яркий оранжевый автомат и куда он делся? Автомат принадлежит моему сыну, а так как ему, в общем-то, плевать еще на чужие границы, он его всучил мне, чтобы я его несла, потому что он устал. А потом он просто посчитал нужным его забрать. Спасибо тебе огромное, мы тебя уже любим. Спасибо.
Спасибо. Смотри нашу программу каждую субботу на канале РГВК Дагестан. Обещаешь, клятвенно? Клянусь, честное слово. Дорогие друзья, мы продолжаем программу «Глянец». И сейчас мы встретились с фэшн-стилистом. Ее все знают в Дагестане как Катерину Фэшн. Она вам не безызвестна по рубрике «Преображение». Ты помогала нам, Катерин, преображать много-много-много красивых девочек. Твои образы были действительно просто потрясающие. Кстати, меня тоже Катерина переодевала, учила стилю, учила одеваться. А сейчас мы хотим с тобой просто поговорить о жизни, о работе, о тебе. И нас ждет один маленький интересный момент. Но об этом ты тоже узнаешь сейчас, сегодня, по ходу нашего интервью. Катериночка, давай расскажи, пожалуйста, как ты вообще пришла в эту индустрию? В модной индустрии я давно. Я раньше работала моделью. У Зайцева работала, у Юдашкина работала, у наших местных модельеров это Агошкина, Джетере, Гала Маханова. Mm-hmm. И, в принципе, меня это направление всегда очень интересовало. Mm-hmm. Чуть позже прошло время, я вышла замуж, отсидев в декрете, меня все-таки потянуло опять в это mm-hmm. же направление, но уже, скажем так, немного с другой стороны. Мне захотелось изучить весь этот процесс. Mm-hmm. И вот мы в то время жили в Москве, собственно, там и началось мое обучение, там и началась моя практика. В Москве, мы знаем, ритм более такой бешеный, там просторы просто для реализации себя. И переехав сюда, я уже стала более активно, наверное, даже mm-hmm. вести свой Инстаграм и набирать уже здесь свою базу клиентов. Mm-hmm. В Москве действительно много площадки для реализации любых, да, там начинаний. А в Дагестане не сложно быть стилистом, фэшн-стилистом? Нет, я не могу сказать, что сложно в Дагестане как-то. Мне кажется, везде можно найти себя, если при этом есть желание, mm-hmm. что самое главное. Даже в какой-нибудь деревне стилист может также реализоваться, потому что что? Везде человек хочет познать себя, узнать себя, и, конечно, каждая женщина хочет выглядеть хорошо, что дома, что на улице. Тебя, кстати, очень часто можно увидеть в очень ярких брючных костюмах. Розовых, малиновых, зеленых, оранжевых. У тебя любовь к ярким вещам? Да, у меня любовь к ярким вещам, она со мной очень давно. Особенно у меня любовь к зеленому цвету, она mm-hmm. у меня лет 15. А почему? Потому что ты рыжая? Ведь принято, что рыжая девушка должна носить зеленые платьица. Нет, я думаю, это, наверное, даже больше с психологией связано. Мы же знаем, что зеленый цвет – это живость, это интерес, это в какой-то степени умиротворение, гармония. Mm-hmm. И, видимо, когда вот мы вот это все, тем более учитывая такой момент, что у нас прошла пандемия, mm-hmm. во время которой мы сидели дома, мы соскучились за яркими оттенками. У тебя и ногти оранжевые, посмотри, Мага. Оранжевый, зеленый, и туфли у нас зеленого цвета. И топ у нас оранжевый. И топ у нас оранжевый, и волосы у нас рыжие-рыжие. Если говорить о девушках, давай сравним девушек из Москвы и махачкалинок. Как они одеваются, в чем разница? Наши девушки более ухоженные. Угу. Наши девушки более опрятные, наши девушки, я не побоюсь этого слова, скажу, они более стильные и красивые. А давай мы, раз находимся в центре города, зайдем прям в первый попавшийся магазин. Это не подготовлено, дорогие друзья, это действительно импровизация. Просто зайдем в магазин и на примере этого магазина вот все, что нам там дано из этого всего. Давай соберем 1-2 образа и просто поговорим о том, что сейчас модно носить. И куда мы в этом пойдем, да? Да, и куда мы в этом пойдем. Давай предлагаю вот в этот магазин, кстати, и зайти. Катюш, ты сейчас прошлась по всему магазину, угу. и мы собрали такую стоечку. А давай теперь объясняй, почему именно вещи здесь эти висят. Скажем так, здесь уже была собрана угу. стоечка, просто мы какие-то вещи сюда добавили. Ага. Так, что я сюда добавила? Первое, я добавила сюда платье. Это сейчас очень модный тренд, воротнички.
Я бы в первую очередь обратила внимание здесь на цветы. Uh-huh. Это тренд. Воротнички с нами, это уже не первый сезон, но они пока еще остаются с нами. Я бы больше обратила внимание на цветы. Цветы сейчас тренд, цветы абсолютно на всем. И именно здесь, видите, такие достаточно они контрастные. Катерина, а такие расцветки и цветы подходят любым девушкам с любой комплекцией? А здесь важнее обращать внимание на размер принта. То есть если принт чересчур крупный, то, соответственно, он может увеличивать девушку. И здесь также надо смотреть на черты лица. Если у нас не очень крупные черты лица, мелкие, то лучше отдавать предпочтение мелкому принту, как и ровно то, что мелкий принт, он нас стройнит. Угу. Ты знаешь, недавно видела в парке девушку, она вроде бы была одета по всем канонам сейчас, вот как носят, как модно. Это было такое темненькое платье в мелкий цветочек, это были белые какие-то кроссовки. Вроде бы она должна была смотреться стильно, но она смотрелась как-то несуразно. Да, шла рядом девушка в таком же цветном платьице и в белых кедах. Она смотрелась потрясающе. В чем может быть разница? Вот ко мне часто поступают вопросы такие. Я, говорит, купила то, что увидела. Вот на ней это так классно смотрелось. Я себе купила, но у меня эта вещь не работает. Она у меня лежит в шкафу, потому что мы не соотносим себя. Мы зачастую, человек, он не может объективно на себя смотреть, как мы увидели на каком-нибудь блогере, на стилисте, на артисте, какой-нибудь костюм, платье. Мы думаем, о, классно сидеть, надо купить. На мне будет так же. В итоге что? Ожидание, реальность. Здесь надо узнавать себя, познавать себя. И именно я сейчас говорю не про внешний, а про внутреннее состояние. Потом мне очень хочется продемонстрировать вот эта рубашка. Мне очень понравилась. А чем она тебе приметила? Мне понравилась, во-первых, она свободного кроя достаточно. Во-вторых, ее оттенки потрясающие, они универсальные, на мой взгляд, и подходят большинству. Ну, многим подойдет цвет хаки. Я бы надела вот с этими элементарно джинсами. Катерин, вот образ мы собрали, у нас брючки, рубашка. А какая обувь под это подойдет? Я хочу показать, здесь есть пара обуви. Вот к обуви у меня очень много вопросов. В тренде, во-первых. Что это у нас? Это у нас такая история про дедушкины сандалии. Они похожи на детские советские сандалии? Да, вот это вот то самое. У меня муж, когда увидел на мне такого типа сандалии, он говорит, слушай, у меня дедушка, говорит, такие носит. Класс. А здесь обратите внимание на то, что здесь достаточно, видите, грубая тракторная подошва. Они, кстати, есть еще и в черном цвете, но именно сюда я бы надела светлые, либо, как мы помним, что мы надеваем, если черные сандали, то мы какие-то добавляем еще дополнительные детали. Детали черного цвета? Детали черного цвета, чтобы немножечко разбавить вот это все. И вот этот вот элементарный, мы даже если наденем вот сюда вот этот пиджак. Казалось бы, что они не совсем должны подходить, да? Да, вот так сейчас пуговицу. Но очень идет. Да, мне тоже нравится. Такое летнее сразу настроение, у нас уже лето. Ты знаешь, вот эти сандали почему-то мне кажутся какими-то детскими, какими-то грубыми, но на ком-то они смотрятся очень красиво. А есть какие-то возрастные ограничения, кому можно их носить, а кому нет? Возрастные ограничения все в нашей голове. Опять-таки, мы можем их носить на босую ногу, мы можем их носить на носочек. И потом, когда осень уже будет, мы можем надевать на колготки. На плотные колготки, на колготки с рисунками. То есть с брюками это может быть с юбками, с шортами. Мне кажется, это такая достаточно универсальная модель. А как же стереотип, что с босоножками нельзя носить колготки? Уже этого стереотипа нет. Уже вот эти рамки все время двигаются, вот эти вот трендовые, скажем так. Уже все, это тенденция опять у нас в жизни, то, что мы носим с босоножками колготки. Ровно как и носочки. Здесь... О, как интересно. Вот, пожалуйста, здесь они менее такие, назовем их так, агрессивные, да, за счет вот этого подошва. Смотри, если бы вот этот перед был открыт, можно было бы носить колготки или это некрасиво смотрится? Я бы сюда больше надела даже носочек скорее. Какой-нибудь он может быть яркий, носок полупрозрачный, с каким-нибудь принтом. Тогда бы это было интереснее. А сейчас на многих вижу вот такого плана туфли. Очень-очень яркий. Наряд может быть однотонный, да, вот как, к примеру, мой белый костюм и яркие розовые туфли. Это тоже сейчас тренд такой? Тренд на неоновые оттенки. Это у нас действительно оттенок вырвиглаз. Неон – это опять-таки компенсация за счет того, что в прошлом году мы отсидели дома, и сейчас нам всем очень хочется ярких красок, яркой жизни.
И вот таким образом мы, как говорится, все это восполняем. Все-таки корона не так плохо сказалась, да, на нас? Да, на подиуме тенденции, скажем так, тренды какие-то изменились. И сейчас у нас эпоха нулевых, то есть 2000-х годов. Мода же у нас циклична. И сейчас возвращаются как раз-таки нулевые 2000-е годы, когда мы надевали вот эти вот неоновые оттенки, спортформа спортивная. На каждый день, вот представь, Ульяна, надеть вот эти и какие-нибудь спортивные штаны, сверху пиджак. Это так сложно представить, это надо все в реальности показывать. Просто. Ты хочешь сказать, что это красиво, может быть? Кому-то это очень подходит. Если это, например, личность такая экстравагантная, творческая, и правильно все это скомпонуть, то это будет смотреться стильно. Спортивные брюки с двумя полосками. С лампасами, да, то это будет смотреться стильно и интересно. Здесь зависит от того, как какую-то вещь преподнести. Еще у меня вопрос. Сейчас на очень многих девушках вижу вот такие квадратные носы у босоножек. Это тоже у нас. То сначала это как тренд был, он только был на подиумах. Сейчас это уже тенденция, она в народе с нами. Это у нас тенденция, в принципе, с прошлого года. Сначала это все было на такой зимней обуви, осенне-весенней, наоборот. Закрытой обуви, на ботинках, на ботильонах, на сапогах. И сейчас это все перешло в летнюю историю, но это уже, наверное, с прошлого года потихонечку это все развивалось. И сейчас это уже действительно набрало оборот. Если раньше это говорили, ой, нет, мы такие лапти носить не будем, то сейчас девушки активно это носят и радуются. Катерин, если все-таки говорить про цвета, что сейчас моднее? Вот такие пастельные, нежные цвета или все-таки что-то яркое, дикое, вырви глаз? Я думаю, каждому свое. Здесь не надо гнаться за модой, не надо гнаться за трендами. Важно, чтобы это заходило человеку самому. А если человек не знает, что ему заходит? Здесь надо обратиться к профессионалу, который подберет. Подберет, соответственно, и с его типажом внешности, с его направлением, с его целями, с его задачами и с его внутренним состоянием. Это очень важно. Катерина, а если человек ограничен в финансах, но ему, ну вот есть у него небольшая сумма, ему хочется и одежду подобрать себе, и со стилистом поработать? Угу. А у меня были такие примеры, почему-то зачастую, когда люди обращаются, им кажется, что там надо собрать такую какую-то энную сумму денег, но у меня был шопинг, последний раз был на 15 тысяч рублей, и мы, в принципе, девушку одели, конечно, мы добрали из ее прежнего гардероба, составили ей какие-то образы, все, она стильная, довольна, мы добавили новых тенденций в гардероб. Мы ее обновили, и она готова покорять мир. Катерин, а сколько в среднем длится шопинг с персональным стилистом? Можете ли вы управиться за час? И очень интересно спросить, оплата персонального стилиста почасовая или за работу? Фиксированная. Да. Ты имеешь в виду. А за час тоже можно управиться. Здесь зависит от запроса клиента. И опять-таки я заранее провожу предшопинг, то есть я анализирую, мониторю магазины. Это могут быть и онлайн, и физические магазины. Где что, я уже ориентировочно знаю, где что висит, кому мы это будем брать, и приходим, сразу подбираем, примеряем, одеваем. В среднем я могу сказать так, если мы учитываем тот момент, что у нас в Махачкале нет такого торгового центра, в котором собраны, например, все магазины, у нас на передвижение занимает время, правильно? Пока мы дойдем от одного до другого. В Москве с этим гораздо проще, мы знаем, что можно в одном торговом центре одеться. По поводу фиксированной, да, я знаю, есть такие случаи, когда стилисты берут независимо от времени, независимо от вещей, сколько они купили, у них фиксированная цена. А кто-то берет по часовой, мне кажется, здесь кому уже, что опять-таки комфортнее, как кто себя ценит. Катерина, спасибо тебе огромное за то, что ты так откликаешься на все наши предложения, а я, пользуясь своим статусом, своим положением, своей работой, с тобой на самом деле начинаю одеваться лучше, чем я одевалась до программы «Глянь». Ульяна, спасибо тебе большое, мне приятно. Меня вообще радует, когда люди черпают и берут что-то вот полезное для себя. То есть в нашем с тобой тандеме получается, ты что-то берешь для себя, я что-то беру для себя. И спасибо тебе большое за приглашение. И спасибо тебе еще раз огромное от меня, от всех наших телезрителей. Мы с тобой будем работать еще много и много. Я надеюсь, ты на это согласна. Да. А с вами, дорогие телезрители, мы встретимся ровно через неделю. Смотрите нас каждую субботу на канале РГВК «Дагестан».